Сладкая жизнь с пользой для здоровья? Такое возможно? Ученые доказали, что для этого подойдет шоколад. Естественно, не любой и в дозированном количестве. Шоколад – это десерт, основой которого является какао, не менее 35%. Само какао состоит из сухой и маслянистой фракции. Существует несколько видов шоколада с разным содержанием в нем какао. Горький – от 55%, темный – 40-55%, молочный – 25-40% и белый – только какао-масло – около 20%. Пользу для нас представляет только горький шоколад с долей какао не менее 70%, причем рекомендованная врачами норма составляет всего 25-30 грамм в сутки. Какао – большое содержание витаминов, минералов, полифенолов, умеренное количество кофеина и совсем немного сахаров. Благодаря наличию антиоксидантов продукт оказывает положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему, регулирует уровень холестерина в крови, стабилизирует давление. Какао является природным гормоном счастья, действуя на нашу нервную систему как антидепрессант. Этому способствует несколько веществ. Теобрамин снижает артериальное давление, восполняет энергетические затраты. Фенилэтиламин преобразуется в серотонин, который регулирует наш эмоциональный фон. Анандамид снижает тревожность, вызывая чувство легкой эйфории. Приятным подарком от горького шоколада будет снижение веса и замедление процессов старения. Но есть и минусы. Не все можно употреблять это полезное лакомство. Не рекомендовано употребление какао аллергикам, диабетикам, людям, страдающим ожирением, и детям до 7 лет.